Во дворе дома номер 20 по улице Силкина вновь собрались подростки. В рамках проекта Open Summer активисты клуба здоровья решили провести акцию, посвященную Всемирному дню поцелуя. Участниками флешмоба могли стать все желающие. Первыми к акции присоединились воспитанники Центра внешкольной работы. Также у нас есть реквизит, который мы взяли с игротеки. Они будут вставать с вырезанными губками. Мы их будем снимать на видео и потом все эти моменты склеим и сделаем один большой ролик. Ничего сложного от участников флешмоба не требовалось. Надо было немного попозировать перед камерой. Девушки первыми приняли участие в проекте. Глядя на них, и некоторые юноши присоединились к веселой акции. Романтическое настроение создавали праздничные атрибуты и музыка. Наш флешмоб называется «Кисью». И я думаю, что сами губки, ну, они символизируют этот праздник и очень хорошо подходят. Женя Станкова – постоянная участница мероприятия «Клубы здоровья». Проекта летней дворовой практики она не пропускает. В этот раз вместе с друзьями она от души повеселилась, пока позировала перед камерой. Мероприятие было очень веселым, романтическим, так что было здорово в нем поучаствовать. Отснятые видео ребята вместе с педагогами в ближайшее время смонтируют и сделают ролик, который можно будет посмотреть на официальной странице Клуба здоровья ВКонтакте и на сайте Центра внешкольной работы. Со Всемирным днем поцелуев! Елена Грицко, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.